Всем привет, ребят! С вами мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик. Наконец-таки долгожданно мне вернули мой замечательный интернет, и сегодня у нас в игре имеется супер-мега-крутейшая акция в супер-миссиях, которая дает нам бесплатно 11 контейнеров. На основе я их, правда, уже забрал. Что сегодня мне позволяет, и вообще не только позволяет, но и раскрывает новую рубрику или схему, вообще, короче, не знаю, как это назвать, но новый вид рубрики, видеоролика, да, который вообще, ну, наверное, никогда у нас и не был до этого, да, чтобы я заходил на все аккаунты, которые у меня вообще в принципе имеются, заходил на те аккаунты, на которые я уже не заходил, а я не знаю, насколько большое количество времени, где-то около полугода так точно я не заходил на запыленные аккаунты, и вот тот самый день настал, когда я зашел на все эти аки. Сегодня вы увидите очень большое количество аккаунтов, тех, которые у меня имеются, здесь и Team P Army, здесь и Team Pointer UT, здесь и Virus Pro, тот самый аккаунт, который я думал, что буду прокачивать исключительно в Джаггернауте, и моя любимая баночка 73, да, все аккаунты у нас имеются. Сегодня по всем пройдемся, соберем контейнеры, откроем эти контейнеры, посмотрим, какой дроп нам дропнет. В общем и целом у нас получается сколько? 5 аккаунтов, то есть в сумме мы откроем 55 контейнеров. Может, там еще на каких-то аккаунтах есть были дополнительные контейнеры, еще и мы их откроем. Посмотрим, что нам дропнет. Расскажу немножко больше про те все аккаунты, на которых сегодня будут открываться контейнеры, потому что я зашел на аккаунты и немножечко был в шоке, что, например, на этом аккаунте, на капитане, у нас имеется МК-7. МК-7 Фриз, МК-7 Страйкер, МК-7 Рельса, МК-7 Хорнет. Я этого не знал, друзья. Я просто этого не знал. Тут почти МК-7 Титан. Один шаг докачать, и будет МК-7. Я был в шоке. Сейчас делюсь с вами на эмоциях всем этим, но суть сегодня одна. Открывать исключительно контейнеры. Надеюсь на вашу поддержку. Если вы хотите видеть какой-то из этих аккаунтов, возможно, в рубриках или вообще все аккаунты, да, чтобы я их возродил наконец-таки и записывал какие-то игровые видеоролики по этим аккаунтам, по вооружениям, которые имеются здесь, то обязательно прожимайте лайк данному видеоролику, если на этом видеоролике набирается 250 лайков, и в комментариях вы пишете, например, какой-то интересный аккаунт, да, из всех, которые у нас имеются. Вот этот, например, аккаунт у нас без доната, да, я тоже зайду в гараж, вам покажу, что здесь имеется, на без донате, без доната, я повторюсь, Гром МК-7, Фриз МК-7, Жига МК-6, почти там фул там 4 шишка докачать и будет фул. Смока МК-6, Твинс МК-6, по корпусам тут что у нас было? Диктатор МК-7, МК-6, чуть-чуть там каченый Викинг, да, то есть там, ну, по защитам тут я не помню, что тут было что-то хорошее, да, МК-5 тут 4, 5 модулей, да, МК-5, ну, в общем и целом вы, короче, понимаете, да? Вы понимаете, что можно сделать на таких аккаунтах? Это нереально жесткая тема, и я, честно, не заходил на эти аккаунты больше полугода. С того момента, как произошла вот эта вот самая обнова, я не заходил ни на один аккаунт. Здесь еще и дрон, штурмовик фуловый, да, помните, я когда-то закидывал на этот аккаунт. Короче, открываем контейнеры, приступаем поочередно, да, ко всему этому делу. Здесь у нас на основе, надеюсь, ничего лагать не будет, потому что я так понимаю, что HTML хавает очень много нагрузки дополнительной. На основе сегодня открывать мы ничего не будем. Сразу же приступаем с первого аккаунта, забираем там 11 контейнеров. Это у нас первый аккаунт, что? Это Чипердейл. Окей, погнали на Чипердейле открывать и смотреть, что у нас... Ой, не сюда зашел. Что у нас здесь будет вообще дропать? Контейнер. Надеюсь, ничего не будет лагать. Так, 11 контейнеров. Открываем. Полетели. По единичке, как всегда, по дефолту. Буду стараться все делать быстро. Да, можно, конечно, и пятерочками там было бы, наверное, подразбавить, посмотреть. Но будем пока по единичке. Может, там потом под конец, если у меня сгорит, ничего не будет дропать нормального. Вот там уже попробуем, поэкспериментируем по 5. Может, там где-то еще и пятнашка контейнеров будет. Откроем тогда пятнашку. Но пока, вы видите, ничего годного не дропает. Но один факт того, что это халявные, да, как бы контейнеры, это меня, конечно, не может не радовать. Халявная темочка. Здесь как ри, нормально. Никогда не бывает плохой. Здесь как ри еще. Отлично. Кристаллы пофармили. 200 тысяч кристаллов у меня на аккаунте имеется. Следующий аккаунт. Едем дальше. Сегодня долго тупить не будем. Может быть, потом пообщаемся. Так, у меня подлагнуло, да? Следующий аккаунт. Следующий аккаунт. Это у нас что? Это, походу, армия, да? Да. Team P Army.
Очень жесткая тема, друзья. Кто помнит, кто олд, кто знает, что это за аккаунт, к чему он был приурочен, то, блин, друзья, вы можете просто смело написать в комментариях, что вы шарите. Вы шарите за этот аккаунт, потому что я думаю, что многие вообще не знают и не рубят фишку, да, откуда этот аккаунт с таким жестким вооружением. Но кто шарит, тот может этим, может быть, даже погордиться, похвалиться. Старых 5 там контейнеров тоже осталось. Ну, старые, ладно, не будем открывать. Открываем новые. Может быть, именно выпадет какое-нибудь там замечательное устройство или еще что-нибудь. Поэтому открываем. 125 двойного урона. Как будто одно и то же вообще падает. О, 5 голдов. Ну, 5 голдов, это уже нормальная тема. О, 10 голдов. Окей, хорошо, 15 голдов уже имеется. 3,5 тысяч кристаллов. Я думаю, конечно, там что синее уже устройство какое-нибудь упадет. Вообще интересно, упадет мне какое-нибудь устройство сегодня или не упадет. Как вы думаете, друзья? О! Блин, какая краска, спасатель? Зачем мне ваша краска? Боже, я думал, там иммунитет какой-то упал. Там краска. Мины. Ой, нитры это были, да? 10 как 3. Все, да. Понял, понял, принял. Обработал, хорошо. Спасатель, ладно. Держали меня в курсе всех событий. Так, дальше едем. Едем дальше. Так, следующий аккаунт у нас что? Team Pointers UT. Тот самый жесткий аккаунт без доната, без единой копейки вложенного. 11 контейнеров забираем. И залагало у нас, как всегда. Надеюсь, что вебка не лагает и все видно замечательно. В этом плане я очень надеюсь. 10 тысяч кристаллов. Так, хорошо. Дальше. 125 ускорений. 125 двойного урона. Так, проверю, все ли записывается. Да, все у нас записывается, все хорошо. Все, друзья, все четко, все ровно. Я уж просто переживать начал, знаете, у меня там в голове такие какие-то мысли начинают появляться, а вдруг ничего не записывается, и все, мне тогда бы вообще крышу бы снесло. Тут такой контент терять, это, конечно, вообще печальная тема. 3,5 тысяч кристаллов. 125 ускорений. 3,5 тысяч кристаллов. 125 мин. Короче, тут что-то вообще не фартануло, да, походу? Кристаллы. Не, кристаллы ведь никогда и плохо нету от кристаллов, да? То есть 30 тысяч крисов я плюсанул на халяву. Это, ну, это нормально. Нормально, да, типа. Понятное дело, что не везде годного дропа должно накидывать. Дальше. Вирус Про. Этот аккаунт, блин, ну, я не знаю, да, типа, кто-то может считать, что это слабый аккаунт, да? Но для меня это жесткий, серьезно, вот жесткий аккаунт. То есть, когда у меня М2 Викарикошет, при том, что он еще и дополнительно качан, да, я его могу выкачивать дальше. Я считаю, что это очень крутая тема. Очень крутая, очень достойная. Да, возможно, этот аккаунт тоже когда-то у нас появится еще на просторах. С Джиггернаутом тем самым, да. Ну, потому что, ну, блин, ну, это реально крутая тема. Реально крутая. Я изначально хотел реально вкладывать в этот так свои силы, прокачивать его, но потом немножечко это стало не совсем интересно. Рубрика подзагнулась, но контейнеры... Контейнеры есть контейнеры, друзья. Это тот самый день, когда стоит зайти на такой аккаунт и попытать свою удачу, открыть контейнер и посмотреть, может быть, что-то реально годное, жесткое мне дропнет. 3,5 тысяч кристаллов. Так, блин, мне вот бесит то, что всегда на этом назад нажимать, вот на это. Это неудобно, если честно. 25 двойной защиты. Ну что-нибудь годное, блин, один фиолет только был. И то с фиолета там ничего не упало. Как будто они пофиксили шанс выпадения хорошего дропа и устройств всяких. 10 кокри. Не, 10 кокри это хорошо. 10 кокри это хорошо. 125 ремкомплектов. О! Блин, батарейки, я думал это. Я думал, о! На смоке, да? Штурмовые снаряды. Ну ладно, мне это не надо. 10 кокри. И все, да? 20 тысяч кристаллов не упало. Одно устройство упало. Окей, хорошо. Я вас понял. Последний аккаунт. И это у нас баночка 73. Тот самый жесткий, аппетитный, сочный нагибаторский аккаунт. С МК-8 прокачанным вооружением. На который тоже в последнее время не захожу. Может быть, тоже стоит его немножечко взбодрить. Пыль снять. Зайти, поиграть. Как вы считаете, друзья, стоит его
снова раскрыть этот самый замечательный аккаунт. Хоть и не сказать, что тут, конечно, большое количество каких-то замечательных вооружений, но, в общем и целом, резисты здесь хачены довольно неплохо. В общем, прикольно, прикольно. Ладно, открываем контейнеры. Открываем контейнеры. Я чуть немножко даже приуныл. Я думал, что дропнет прям получше. Я хотел какого-то более жесткого какого-то дропа. Но вот если мне сейчас здесь упадет устройство, то я буду рад. То есть на тех аккаунтах я не был бы так рад, если бы мне упало бы устройство. А вот если мне здесь дропнет какое-то устройство, то я буду, безусловно, больше рад этому. 3,5 тысяч кристаллов. А еще если бы на какой-нибудь викинг упало бы. 125 двойной защиты. Аптечки. Батарейки. Кристаллы. ДДшки. Ящики. Не, ящики это нормально. Ящики нормально, ускорение. Но это не то, что я хотел. Двойная защита. Краска флоу? Блин, это аккаунт краска флоу, я считаю, что это очень даже достойно. Достойно. Достойно, 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 друзья. Достойно, хорошо. И последний. 10 тысяч кристаллов. Отлично. Отлично. Вот то, что краска флоу мне упала на этом замечательном аккаунте. Кто не знает, краска флоу это была моя самая первая анимаха. Самая первая вообще в принципе. Поэтому это очень знаменательная краска. И то, что она мне дропнула здесь, это очень круто. У меня аж подлагивает, вы видите? Офигеть. Прикольно, прикольно, друзья. Наверное, больше балаболить сильно долго не буду. Я сделал то, что хотел. Единственное, возможно, кто-то спросит, где мой самый первый аккаунт, да? Та ванка 123, да? Я забыл на нем пароль. Не смог зайти на него, и на дивана тоже не смог зайти, тоже забыл пароль. Я не знаю, какие там пароли на этих аккаунтах были. На эти все аккаунты я сумел зайти под методом тыка, методом подбора, все подобрал. А вот там вот что-то какая-то там шляпа усатая получилась, да, с флеша я могу зайти, с HTML зайти не могу подобрать правильный пароль, может быть, стоит там восстановить. Но я, в принципе, наверное, даже на те аккаунты особо сильно внимания не обращаю, поэтому, может, и не стоит, пусть они там пылятся, валяются, мне они не надо. Получилось открыть сегодня в сумме 55 контейнеров. В общем и целом, сказать, что я недоволен, я не могу, да. Довольно неплохой дроп, да, ожидаемый, да, то, что тут не будет дропать устройства какие-то, количество контейнеров не такое большое, плюс это халявные контейнеры, да, это не по два каких-то контейнера, а по целых 11, поэтому я считаю, что это очень даже щедро и достойно со стороны разработчиков. Ну и кристалликов на каждый аккаунт подфармили, зашли. Поностальгировали, прослезились, да, возможно, дали стимул и жизнь этим самым аккаунтам в дальнейшем, если вы это все поддержите. Как я уже сказал, если на данном видеоролике набирается 250 лайков, то мы вернем эти аккаунты. Как минимум, вот эти два капитана, это очень жесткие аки, прям очень жесткие. Я, честно говоря, сегодня был в нереальнейшем шоке, когда я вообще зашел и увидел на этих двух аккаунтах такие вооружения. Поэтому, друзья, поддерживайте видеоролик лайком, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны, нажимайте на колокольчик, дабы ничего не пропускать, ну и не забывайте про то, что наконец-таки я вернулся, стримы будут стабильно по вечерам в 10-10.30 часов вечера, да, может там днем тоже стримы будут появляться, поэтому смотрите просто, смотрите на канал, там может быть колокольчик поставьте, чтобы все уведомления приходили, ничего не пропускали. Ссылочки в описании на Discord сервер, на группу ВК, в группе ВК вся информация по нашему клану имеется, поэтому тоже можете перейти, подписаться, дабы ничего не пропускать. С вами был мистер Ванька, друзья. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Алло.